Новость последних минут. В Северокавказском окружном военном суде только что вынесли приговор жителю Калмыкии, который воевал в Сирии на стороне террористов. Халидин Халилов получил 5 лет колонии общего режима. Как сообщается, он принимал непосредственное участие в вооруженных нападениях на сирийские правительственные войска, а также охранял территории, которые контролировали боевики. Кроме того, мужчина пытался вербовать новых сторонников. Всего в Сирии он провел 2 года. Халилов полностью признал вину и сотрудничал со следствием, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Редактор